Привет, меня зовут Эд, и сегодня я продолжаю беседовать и выкладывать несколько хороших рецептов для поддержания мужской, так сказать, силы, для улучшения потенции, а также для ее восстановления. Сегодня у меня будет несколько рецептов. Первый рецепт будет на основе знаменитого корня колгана. Это очень известный корень. Он был известен и в 60-е, 70-е, 80-е годы. В аптеке он не продается. Его можно выписать по интернету. Собирают его в Карпатских горах. Возможно, он где-то растет еще, но корень колгана именно карпатский считается одним из самых лучших и самых крепких для мужчин. Поэтому сейчас я дам очень простой и очень действенный способ, как укрепить свои силы и позабавить свою любимую. Выписываем себе корень колгана. Вам нужно примерно 100 грамм корня. Берем его, моем в проточной прохладной воде. Хорошо моем. Дальше. Его необходимо порезать. Если вдруг он будет очень сухой, попробуйте его размолоть. Только не сильно, а чуть-чуть. Выстилаем его на чистой белой бумаге, где-то на подоконнике, чтобы был небольшой сквознячок. Все высыхает, он высыхает от той воды, в которой вы его мыли. И все, наш корень готов для того, чтобы мы произвели его заливку, так сказать. Дальше, берем спирт, обязательно спирт. Покупаем в аптеке, в любой аптеке можно купить спирт. Идеально подойдет 70% спирт. А что помещаем в литровую банку, в чистую, в стеклянную обязательно. И заливаем уже готовым разбавленным спиртом до того состояния, что я сказал, 500 мл, то есть пол-литра спирта. Заливаем все и осторожно закрываем или капроновой крышкой, или у вас, если евробанка, закручиваем еврокрышку. Ставим где-то на полку. Не забываем о нашей настойке. Ее надо взбалтывать, желательно почаще. Если вы каждый день будете вспоминать и взбалтывать, отлично. Ну вот эта настойка, она должна приобрести примерно такой цвет. Он может быть больше интенсивный, меньше интенсивный, но примерно вот такой коньячный цвет с различными оттенками. Эта настойка должна иметь такой цвет. Все, настаиваем идеально 40 дней такую настойку. Через 40 дней она готова. Если вдруг вам не втерпешь, в принципе, можно начинать ее принимать примерно уже через 10 дней. Но 100% она настоится именно через 40 дней. Все, через 40 дней можно профильтровать, как ее принимать. Принимаем 3 раза в день по 30 капель пипеточкой, капаем на воду небольшое количество воды, 20-30 мл. 30 капель капаем данной настойки 3 раза в день, желательно перед едой. Третий раз обязательно именно вечером, примерно 6 часов вечера, там до 9 часов вечера. Принимаем ровно 30 дней. Потом делаем 2 недели перерыва и принимаем еще раз 30 дней. Потом опять делаем 2 недели перерыва и принимаем дальше. Максимум в этом году можно с этой настойкой поработать 4 раза.